Так вы и есть мистер Бенджамин? Здрасте. И о своих предыдущих клиентах. Тревор будет моим первым клиентом. У моего сына своеобразное чувство юмора. Хочешь что-нибудь? Позвони в фонд исполнения желаний и скажи, что я хочу минет от Кэти Перри. Он встает в одно и то же время, смотрит телевизор в одно и то же время, ест в одно и то же время, две вафли, одна сосиска. Ты специально сделал из них огромные яйца и крошечный член? Ага. Ты принес бумаги на развод? Я не готов, Дженнет. Прошло 2,5 года. Когда же настанет тот волшебный момент, и ты будешь готов? Чем бы ты занимался, будь ты совершенно здоров. Это карта самых отстойных рекордов в нашей стране. Самая глубокая в мире яма, самая большая корова. С чего ты взял, что я отпущу сына кататься по стране? Я обещаю, что с ним ничего не случится. Пол Радд очарователен. Колбаски хочешь? Нет. Попробуй заглотни, я же знаю, что хочется. Ты гляди, самая большая в мире корова. Насмотрелся? Да, а ты? О, да. Селена Гомес очень талантлива. Может, подвезем? Привет. Меня зовут Бен. Ты извращенец? Я не извращенец. Все извращенцы так говорят. Я Дот. Тревор. Ну что, извращенцы, подвезете меня? Крейг Робертс блистателен. Я хочу увидеть отца. Он нас бросил, когда мне было 3. Здравствуйте. Мэг Бобо, скажите, его ждет Тревор. А если не поймет, скажите, что я инвалид. А если не поймет, скажите, что я его сын. А если не поймет, скажите, что он последняя тварь. Невероятно трогательно. Пожалуйста, не надо слишком сближаться с Тревором. Не давай обещаний, которые ты не сможешь исполнить. Ты приглашаешь меня на свидание? Именно. Ты мне не отец. Я пытаюсь тебе помочь. Неправда. Я тут ни при чем. Ты помогаешь себе. Пол Радд, Крейг Робертс, Селена Гомес. Позвоню в фонд исполнения желаний и скажу, чтобы Кэти Перри ждала нас в отеле. Что она будет петь, пока на тебе скачет? Fireworks. Основные принципы.